В общем, я принял решение, что? Мы расстаемся. В смысле? Но почему? Да потому что парень здесь я. Что хочу, то и делаю. А ты баба, знай свое место. Ну окей. Надеюсь, ты не повелась на маленького дружка и выбрала быть девушкой? Я выбрала быть парнем. Что? В смысле? Ну зачем? Ну же они решают, когда и с кем встречаться, когда расставаться. Вот и хочу побыть в их шкуре. Вот дуреха. Маш, да не все парни такие, пойми. Я тебе давно говорила, твой Макс тебе и в подметке не годится. Да ну тебя. Ну конечно, высокий. Я по всем параметрам должна быть круче своего бывшего. Смотрите, это же Маша, ту, которую бросил краш всей школы. О, да, Макс Лапочка. Вы уверены, что он реально такой красавчик? Ну да, во всей школе никого лучше нет. Да за ним вообще все девки бегают. Это пока нет. Что ты там бормочешь? Ничего. Мне надо, чтобы все девки за мной бегали. Поэтому вот это. О, ребят, привет, не хотите сходить вместе в столовку? Сори, ты уже бывшая Макса. Мы дружили с тобой только потому, что ты встречалась с крашем. А я вообще хочу стать его новой девушкой. В смысле? Ну, сейчас начнется самое интересное. Сейчас начнется самое интересное. Что? Офигеть, я реально парень. Класс, знакомьтесь, у нас новенький. Представься. Всем здорово, я Дэн. О боже, он красавчик. Ой, девочки, чувствую, у нашего Макса появился конкурент. Чего тебе? Видишь, за третьей партой сидит красотка. Ну? Это Кира, девушка Макса, главного краша в школе. Так вот, если сможешь ее охмурить и отбить, считай, занял его место. Я понял. О, привет, это ты, Дэн, который у нас новенький? Ну да. Ты, наверное, Кира. Да. Как насчет выпить латте после уроков? Ну, не знаю. Наверное, мой парень Макс не сильно это одобрит. Ну, окей. Пойду позову кого-нибудь другого. Стой. Я думаю, что-нибудь придумаю. Не так быстро. Значит, ты решил подкатить к моей девушке? Ну. Возомнил себя круче меня и хочешь занять место? Не мечтай. Завтра в 9 жду на стадионе. Кто выдержит удар, окей. Того и Кира. По рукам. Папочка. Ну что ж, первый удар мой. Давай. Держись. Что? Не понял. Ты как баба. А ты еще даже не дрогнул. Показать как надо. Малыш, да ты еще не дорос до этого. Ой, я не поняла. А что здесь происходит? Да вот, тебя тут на кон поставили. Что? И походу я выиграл. Макс, неужели он говорит правду? Милая, нашла кого слушать? Я бы так никогда не поступил. Видеть тебя больше не хочу. Лузер. Не так быстро, чувак. Чего тебе? Мало я тебя навалял? Здесь точно что-то нечисто. Ты специально хотел, чтобы мы расстались, да, с Кирой. Просто хотел тебя проучить. Меня не проведешь. И глаза у тебя какие-то мне очень знакомые. Кто ты на самом деле? Походу, как раз сейчас и узнаете. Маша? Не вовремя. Я знал, что все время это была ты. Это что, Макс продул бой девушки? Ну и к чему ты устроила весь чего? Этот цирк? Надеюсь, этот урок пойдет тебе на пользу. И ты усвоишь, что так как относишься к людям, ты так же к тебе будут относиться. А ты подписан на мой телеграм-канал? Ссылка в описании.